Друзья, всем привет! Вы на канале Таша в магазине. Сегодня я в Светофоре по адресу Бородинская, 156/2, город Краснодар. С каждым днем ассортимент в сети магазинах Светофор увеличивается. Посмотрим вместе с вами, что есть интересного. Водорастворимые гелевые капсулы для стирки, концентрат, бережное удаление пятен, смягчение ткани, защита машины. 52 капсулы, 520 грамм. 566,50. Стиральный порошок Бирюса 9 килограмм. Порошок Универсал 365,50. Карандаши двухсторонние двухцветные 12 штук, 24 цвета. Изготовитель Китай, 70 рублей. Набор 4 карандаша, 1 ластик и 1 точилка. Изготовитель Китай. Карандаши HB 34. Набор для творчества. Цветная бумага 16 листов, 8 цветов. И цветной картон 8 листов, 8 цветов. Это картон и цветная бумага. 50 рублей. Тетрадь предметная 48 листов. Английский язык. Физика. Русский язык, обществознание, алгебра, геометрия, география и литература. Хочу показать вам листы белые, белоснежные. География в клетку. 27 рублей. Тетрадь в клетку, 48 листов. Полистаю, покажу, какой есть ассортимент в магазине. Белоснежные листы. 27 рублей. Альбом для рисования 40 листов. Белоснежные листики тоже. 46,50. Тетрадь 120 листов, 3 в одном, 3 блока по 40 листов. На спирали. Первый блок. Второй блок. И третий. Белые листики. Это для тех детей, которые не любят с собой носить много тетрадей в школу. Сходи в лес, вот именно мне вот такое надо. Сходи в лес, заодно это. 109,90. Канцелярский набор, ножницы, клей ПВА и клей-карандаш. Изготовитель Китай. 80 рублей. Набор ручек 7 штук. 4 обычные ручки и 3 гелевые. Зеленая, красная и черная. Изготовитель Китай. 76. Вафли Бернеска, трубочка без начинки, вес 600 грамм, 159,90. Пастила фруктовая без сахара, фаст фрут, вес упаковочки 1 килограмм, банан, арбуз и груша. 320. Изделие хлебобулочное Мадлен, вес 1 килограмм. 197,50. Печенье Фантазия с мармеладом 1 килограмм. 183,50. Лимоны Турция единственное нужно будет повыбирать. 59,90. Картофель 24,50. Свекла 28. Лук свежий, но он миленький. 23 за килограмм. Свинина на кости
189,90. Ребра свиные мясные. 100 рублей килограмм. Шея индейки. 120. Ноги свиные замороженные. 29. Набор для супа. 59,90. Яйцо куриное, категория S2, 30 штук, 111,50. Стейк голени индейки, 165. Желудки куриные, 900 грамм в упаковке, 123,50. Буженина на пару, варено-охлажденная, вакуумная упаковка, категория А, изготовитель Краснодарский край. 357,50 за килограмм. Плечо индейки 176,90. Грудка куриная 149,90. Филе грудки индейки 309,90. Эх, какая шикарная рыбка. Посмотрите. Брюшки светленькие. 143,90. Появился неплохой ассортимент сыра. Покажу в общем все ценники. Можно будет нажать на стоп-кадр и посмотреть поближе. Единственное, хочу сказать в отдельности про сыр Грювел Люкс. Без заменителя молочного жира. Такой сыр я купила на прошлой неделе, попробовала. Исключительный вкус. В микроволновке топится. В духовке пробовали, нам очень понравился. 427,50. Апельсины Египет. 49,90. Киви. 59,90. Стейк зубатки. 195,50. Кита свежемороженое. 259,90. Буженина донская. Вакуумная упаковка. 413,90. Орех мясной. Вакуумная упаковка. Категория Б. Мясной продукт. 384,90. Лопатка свиная. Вакуумная упаковка. Категория Б. 296,50. Грудинка сибирская, мясной продукт, категория В, 293,90. Копчено-вареный продукт из свинины, карбонат, категория А, очень аппетитно выглядит, 369. Хлеб колбасный классический, сорт экстра. Изделие колбасное вареное из мяса птицы. 169,90. Мука высший сорт, 2 килограмма, 62,50. Сливки ультрапастеризованные, 1 литр, 10% жирности, 89,90. Майонез классический провансаль Ряба, 1 килограмм в упаковке, 159,90. Кетчуп Кубанская долина, 800 грамм, классический. Шашлычный, острый, 65. Грибы маринованные грузди, 370 миллилитров, 85. Маслята маринованные, 370 грамм, 77. Уксусная кислота, 70%, 180 грамм, 39,50. Лечо по-болгарски «Кубаночка». 720 грамм, 85,50. Фасоль с грибами, 530 грамм. И девочки в комментариях уже писали, что фасоль с грибами очень вкусная. 72,50. Закуска угощения славянки из печеных овощей, 520 грамм. Выглядит очень аппетитно, возьмем на пробу. 58,50. Хлебобулочное изделие «Щелкунчики», вес 500 грамм,
изготовитель булочно-кондитерская компания «Домочай», Республика Беларусь. 107,50. Друзья, всем желаю хорошего настроения, отличных покупок и до новых встреч!